Сегодня, 23 июня, мы объявляем старт продаж нового продукта – маточное молочко с сухим медом в капсулах. Напомню, идея создания нового продукта пришла из спорта высших достижений. В 2020 году Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации обратилось в компанию Tentorium с предложением о создании нового продукта с маточным молочком для укрепления здоровья профессиональных спортсменов и улучшения выносливости и быстрого восстановления после нагрузок. В короткие сроки эксперты компании совместно со специалистами фитспитания и биотехнологии создали такой продукт. И сегодня вы держите в руках его адаптированный вариант для широкого применения. В составе продукта сухой мед и маточное молочко. Какие же свойства обеспечивает каждый из этих компонентов? Сухой мед – это know-how Tentorium. Это высушенный мед в виде порошка, который имеет концентрированный витаминно-минеральный состав и идентичен плазме крови человека. Сухой мед производится из жидкого, то есть нативного меда путем инновационной технологии. Это ускоренная во времени кристаллизация меда. Мед усиливает оздоровительные свойства маточного молочка, способствует обновлению крови, обеспечивает дополнительную сохранность продукта за счет своих консервирующих свойств, а также дарит приятный аромат и медовый вкус. Маточное молочко. Это пчелопродукт, который отличается высокой биологической активностью и оказывает влияние на весь организм. Состав маточного молочка представлен 400 сотнями биологически активных компонентов, соотношение между которыми удивительно гармонично. Едва ли в природе имеется другой продукт, обладающий такими же целебными свойствами. Именно за свою многогранность оздоровительных свойств маточное молочко так ценится людьми. Основная направленность целебных качеств маточного молочка, подтвержденных клиническими исследованиями, это активизация и ускорение процессов регенерации и обновления всех клеток в организме, нормализация обменных процессов и гормонального баланса. Маточное молочко применяется для профилактики раннего старения организма в качестве геропротектора и ноотропа, способствует улучшению памяти, зрения, слуха, аппетита, а также поднимает настроение и физическую активность, нормализует сон. Принимает непосредственное участие в передаче нервных импульсов благодаря своим нейромедиаторам. Так, например, гамма-аминомасляная кислота тормозит возбужденные процессы в мозге, что особенно необходимо для детей с синдромом гиперреактивности и невнимательности. Глютаминовая кислота устраняет излишки токсичных веществ клеток мозга. Продукт способствует восстановлению поврежденных нервных клеток и улучшению работы головного мозга, что в свою очередь облегчает протекание стрессов и депрессии. Также маточное молочко с сухим медом рекомендуется употреблять кормящим женщинам под наблюдением врача, естественно. Оно помогает женскому организму восстановиться после родов, стимулирует лактацию, обогащает материнское молоко. Маточное молочко способствует и увеличению массы тела у детей, их общему физическому развитию, а также стабилизирует функцию сердечно-сосудистой системы, нормализует артериальное давление, снижает частоту гипертонических кризов, стимулирует выработку инсулина в поджелудочной железе, что позволяет рекомендовать его при чувствительном углеводном обмене. Кроме этого, стимулирует физическую работоспособность и восстановительные процессы после напряженной деятельности. Соответственный вопрос, и очень часто мы этот вопрос слышим, сколько содержится маточного молочка в продукте? В одной капсуле содержится 300 мг нативного маточного молочка. В пересчете это 100 мг лиофилизированного молочка. Это соответствует содержанию маточного молочка целого маточника. А содержание активных компонентов, то есть маркеров маточного молочка, это D-ценовых кислот, в одной капсуле 3,7 мг. Почему этот продукт появился в капсулах? Все очень просто. Во-первых, капсула бережно сохраняет продукт от негативного воздействия внешних факторов. А во-вторых, благодаря капсулированию соблюдается строго выверенное дозирование этого продукта. Ну и в-третьих, ее просто удобно использовать в любое время года. Удобная эко-упаковка, обратите внимание, из картона обеспечивает продукту привлекательный внешний вид
и возможность утилизировать его без вреда для экологии. Тубус изготовлен из картона. Как же применять этот продукт? Взрослым содержимое одной капсулы растворить в 50-100 мл воды комнатной температуры или использовать сублингвально под язык. Детям половина взрослой дозировки. Такие способы применения обеспечивают полную усвояемость активных компонентов продукта. Применять желательно в первой половине дня, один раз в сутки в течение месяца. Рекомендуем курс повторять минимум 2 раза в год. Есть у этого продукта и ограничения, и противопоказания. Не принимать при непереносимости компонентов продукта. И повторюсь, сегодня мы объявляем старт нового продукта. Маточное молочко в капсулах с сухим медом.